утро на Енисее. Если археология и поиски кладов вас и завораживают, но выбраться в настоящие раскопки пока не выходит, о приключениях можно почитать. Для взрослых рекомендую нон-фикшн «Подводная археология Крыма» Сергея Зеленко. В книге рассказывается об особенностях поисков артефактов под водой, кто такие дайверы-археологи и что они находят у берегов нашего Крыма. В античности там, в районе современной Керчи, находилось Боспорское царство. Больше узнать о том, какие именно сокровища хранит русская земля, поможет книга «Знаменитые клады России». Это сборник историй о самых драгоценных находках на территории нашей страны и предположения археологов о том, кем когда они были спрятаны, а впоследствии найдены. Для любителей художественной литературы Александр Косарев «Закон землеройки». В книге известный специалист по поиску кладов получает сразу два письма из одного и того же города. В одном незнакомый человек рассказывает о возможных поисках партии серебряных монет, утерянных купеческим приказчиком в XIX веке. Во втором письме настоятель местного монастыря просит помочь очистить пруд от опасного наследства времен Великой Отечественной войны. У кладоискателя отпуск, время летнее, поэтому он отправляется в путь вместе с приятелем, даже не подозревая, в какую авантюру ввязался. Для подростков, мечтающих о приключениях, Екатерина Вильмонт «В поисках сокровищ». История про школьников Дашу и Стаса, которые ищут клад. Кстати, у этого автора еще много интересных детективов для подростков.